Михаил, добрый вечер. Центр. Несколько вопросов. При самоисследовании мы направляем внимание внутрь себя на «я-мысль», чтобы «я» не могло ассоциироваться и отождествляться с мыслями объектом. Другими словами, внимание должно упасть с объекта на субъект. То есть, выполняя технику самоисследования, следует... не закончилось еще один вопрос. He hasn't finished writing the question, so I will wait until it's put it there. При самоисследовании мы направляем внимание внутрь себя на я-мысль, чтобы я не могло ассоциироваться и отождествляться с мыслями объекта. Другими словами, внимание должно упасть с объекта на субъект. То есть, выполняя технику самоисследования, следует осознавать свое внутреннее я субъективно, а не как объект своего внимания. Тут образуется неясность понимания, так как кажется, что когда внимание направлено на «я», реальность, которую мы исследуем, то автоматически следует, что мысль «я» наблюдаема, значит, ее сложно обозначить как субъект. И тогда сам по себе возникает вопрос, кто смотрит или отслеживает «я». Затем внимание переходит, так сказать, никуда, во все стороны, и там теряется или рассеивается. Это пространство интуитивно представляется источником, потому что все самоисследование, вопросы происходят внутри этого. Получается, я смотрю сам на себя, как в зеркало, где личность является отражением невидимого и неопределимого безличностного меня. Итак, вопрос, что значит осознавать я мысль субъектно, а не как объект своего внимания. И если я заблуждаюсь в понимании самоисследования, поправьте меня, пожалуйста. Иногда кажется, что собственная тень пытается осознать
того, чья это тень, перед этим проверив свою реальность, что само по себе звучит абсурдно, хотя понимаешь, что нет никакой возможности выбора исследовать или нет, из-за того, что выбирающий иллюзорен больше всего необходимо, чтобы вопросом исследования схлопнулся сам себе. Помогите, пожалуйста, скоро совсем Куба нас будет вместе с Миталя комедии. Так, ладно, первая часть. Михаил. But when you see there are a few questions. During the self-inquiry, we send the attention to the depths of ourselves, to the I thoughts. So I cannot associate or get identified with thoughts object. In other words, the attention has to fall from the object to the subject. So while doing the self-inquiry, you have to be aware of your inner I as a subject and not as an object of your attention. So here is the confusion, because it seems that when the attention is focused on the I, the reality of which we are inquiring about, then automatically it means that I thought is witness, which means it is difficult to identify it as a subject. Yes. So then the question arises, who is looking or yes. witnessing I? And then the attention goes to, so to say, nowhere, mm-hmm. and at the same time to all the direction and gets lost there or absorbs. And this space intuitively is understood as a source, because all the self-inquiry and questions are happening inside of this space. So it looks like I'm looking at myself as a mirror in which the personality is the reflection of the invisible and yes. undescribable impersonal I. So the first question is how to be aware of I thought as of a subject and not as of the object of my attention. If I am wrong with this, no. Please correct me. Who is this? Who is this one? This is Mikhail. Mikhail, well, see, this space, that you call it a space, right? He calls it, how? How he called it? That's proper inquiry right there. Yeah, space. Yes. So this is the source. Right? Это пространство, про которое вы говорите, это есть источник. And it's your own self. И это ваше я. See? You are that. Вы есть то. So the I thought. Я мысль. Is pure subjectivity or subjectivity. Subjectivity is not a pure or impure. It's your subjectivity. Это субъективность. So when the I thought is quiet. Когда я мысль тихая. Right? There is no object, as you said. Как вы уже сказали, там нет никаких объектов. And there is this object, right? And this is consciousness. Остается субъект. Это есть сознание. The sense of being. That's ощущение бытия. It's your subjectivity. That's consciousness. Это просто субъективность. Это есть само сознание. See? Then there is awareness of that. Есть осознавание этого. And then you ask, well, who is aware of that? И тогда вы задаете вопрос, кто осознает все это? And then you say the space open up, right? И he says. Yes. Yeah, there is a space where there is a space where the inquiry is even taking place. Как вы говорите, там тогда присутствует вот это пространство, в котором происходит самоисследование и все остальное. So you are that. Вы есть это. So you are the awareness. Вы есть это осознавание. Of the subjectivity. Субъективности. See, and that awareness. И это осознавание. Is that, as you call it, the space itself. It's a way of speech, of course. И есть тому, то самое пространство, о котором вы говорите. So it is you call it a space because it has no name, it has no form, no characteristics, no qualities. Вы называете это пространством, потому что у него нету ни имени, ни формы, никаких характеристик или качеств. But this formless thing. Но вот эта вот бесформенная штука. Is what is aware of subjectivity. Это и есть то, что осознает субъективность. Right? And it's awareness itself. Это и есть само осознавание, осознанность. And this I
Это я. But it's neither personal nor impersonal. See? Но оно не является ни личностным, ни безличностным. It's neither a subject nor an object. Это не субъект и не объект. It's neither this nor that. Это не то и не это. It is. Оно есть. It simply is. Оно просто есть. And it is your own self. И это ваше я. Because it is you. И из-за того, что это вы. Who is aware of subjectivity. Из-за того, что это вы осознаете субъективность. And it is you. И это вы. Who sees the inquiry. Кто видит самоисследование. Happening within your own self. Которое происходит внутри вашего я. So this is it. То и все. The next step. Следующий шаг. Is to not to forget that. Не забыть об этом. And for not to forget that. И для того, чтобы не забывать об этом. The inquiry must carry on. Нужно продолжать самоисследование. Until you get to balance in your natural state. That's your natural state. До тех пор, пока вы не сбалансируетесь в этом вашем естественном состоянии. And then first, I am this. Сперва происходит, что я есть then это, то есть я есть тело, затем я есть то. Then you realize that eventually that this and that. Но потом в какой-то момент вы понимаете, что и это, и то are one and the same. Являются одним. Okay. So this takes some time. На это требуется какое-то время. And then you say that attention it doesn't is not focused on a particular. See, attention gets dispersed like everywhere. И как вы говорите, внимание не фокусируется на чем-то определенном, оно рассеивается. Because consciousness, потому что сознание, the functioning of awareness, это функционирование осознанности, is omnidirectional. И оно направлено во все направления. So when it becomes unidirectional, когда оно становится однонаправленным, then it becomes mind. Оно превращается в ум. I Я, focus on that. Я фокусируюсь на этом. As you realize it by the means of inquiry. Но как вы можете понять это при помощи исследования? When attention goes from the object to the subject. Когда внимание переходит с объектов на субъект. And then attention is only in the object, in the subject. И оно остается только на субъекте. But when you go beyond the subject. И когда вы уже заходите за пределы субъекта. So it is everywhere. Оно везде. So that's the right way to do the inquiry. Это верный способ делать самоисследование. And then what happens is that the subject disappears. Затем субъект также исчезает. And what remains is the act of seeing. Остается только сам акт видения. Not seer. Не видящий, no seen, не видимое, only the act of seeing. Только акт видения. And you are that. Вы есть то. Essentially that. По сути, вы есть. That's your nameless, formless reality. Это ваша безымянная, бесформенная реальность. And when the identity with the body collapses fully. Когда отождествление с телом полностью разрушается, so the whole universe is your body. Тогда вся Вселенная является вашим телом. So you are completely right. Now, the last part of the question is how to get balance there, no? What was the last part of the question? What does it mean to be aware of I thought as to understand the I thought as subject, not as an object? But, well, because you are giving subjectivity to awareness. Вы придаете субъективность осознанности. Right. And then now the subject appears to be an object. И теперь кажется, что субъект это объект. But it's not so. Но это не так. You are aware of subjectivity. Вы осознаете субъективность. Right. So don't give subjectivity now to awareness. И теперь не придавайте субъективность осознанности. That which sees. То, что видит. See, this is why it's called that which sees and not a seer. Поэтому оно и называется то, что видит, а не видящий. Right? Because it's neither subject nor object. Потому что оно не является ни субъектом, ни объектом. Asking if it's there is more from Michael. Two more questions. Good. Иногда кажется, что собственная тень пытается осознать того, чья это тень. Перед этим проверив
поверив в свою реальность, что само по себе звучит абсурдно. Ты понимаешь, что нет никакой возможности выбора, исследовать. Нет из-за этого, что выбирающий иллюзорен больше всего необходимо, чтобы вопрос с исследованием схлопнулся сам в себе. Помогите, пожалуйста. Sometimes it seems that my own shadow is trying to realize whose shadow it is. But before that, it is trying to believe in its own reality, which by itself is already absurdity. Even though I understand that there is no choice to inquire because of that or not, that the chooser is illusory. Okay, do you want to stop? Because this guy is putting everything so nicely. It's so clear, but it's a long start, so it's difficult to go through in one sentence. Can you do it again? Oh. Sometimes it seems that my own shadow is trying to realize whose shadow it is. Yes. Before that, trying to believe in its own reality, which by yes. itself already is an absurd. Yes. Да, протяни. Yes. At the beginning looks like that. В начале так и кажется. But I am the subject. Что я это субъект? See, and becomes aware of that. И этот субъект начинает осознавать то. But you realize already that it cannot be. Right? Но вы уже поняли, что такого быть не может. See, that nobody can realize awareness. Что нету никого, кто мог бы осознать осознанность. But awareness. Кроме самой осознанности. Right? And awareness is already self-realized. Осознанность уже самоосознанность. See, awareness is the so-called in the right context, self, not individual self, but self. Осознанность right? это так называемое истинное я, то есть само существование. So that which is, то, что есть, is what realizes that it is. See? Is that which is mm-hmm. is the only thing that realizes that it is. There is no other entity, see, that realizes that which is. See? То, что есть, является тем, кто осознает, что оно есть. Нет никакого другого я или кого бы то ни было еще, кто бы начинал осознавать, что there is no other seer, нету никакого другого видящего, that can see that which sees. Который мог бы увидеть то, что видит. So that means that that which is, это означает, что то, что есть, is revealing itself, открывает само себя by itself, само по себе, to itself, самому себе. See, as your own. Как existence, ваше right? существование. Then he's already seen the absurdity of this. So it is you who is bringing the shadow of yourself. See, you are bringing yourself, your shadow within yourself. Right? Это вы сами возвращаете свою тень обратно к себе. Go on. Even though I understand that there is no chance to have a choice whether to inquire because of it or not, because and that the chooser itself is illusory. Mm-hmm. What I really need to understand the question, the matter of self-inquiry fully. Please help me. That's otherwise, it. I go completely cuckoo bananas together with Finita Lecavina. See, what happened is that you are that, right? Because the tendencies of the mind to get externalized, see, and grab an object and play with it. Но из-за тенденции ума выходить наружу и хватать объекты и играться с ними. So we get enchanted by that. The identity may come back, right? Мы очаровываемся всем этим, и, возможно, отождествление снова приходит. So because of that. Из-за этого. You see that you're making an effort. Кажется, что вы делаете усилия. See, to be conscious of being. Для того, чтобы осознавать бытие. Right? Eventually. В какой-то момент. See, you will remain conscious of being. Вы будете оставаться осознающими бытие. Effortlessly. Не прилагая никаких усилий. Until then. До тех пор. See, the inquiry is necessary. Необходимо продолжать самоисследование. So, what is the inquiry? Right? Что такое самоисследование? See, as you did it. Как вы уже делали это? There is an object. Есть объект. See, there is a subject. Есть субъект. And there is something that knows the subject and the object, right? Есть что-то, что знает о субъекте и объекте. And then you give the attention there.
Вы держите внимание там. Whether the mind is active or not. Неважно, ум при этом активен или Whether нет. Whether the body is active or not. Активно тело или нет. Right? It has to be unbroken. Нужно, должно, чтобы это было непрерывно. Till the boundary becomes 24/7. До тех пор, пока вот это созерцание не будет происходить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. You no longer remain you no longer lose track of yourself. You remain self-aware 24/7. До тех пор, пока вы не перестанете терять себя из виду. Don't think in terms of progress or success. Не думайте о прогрессе или успехе. Forget about that, see? А забудьте об этом. Don't be satisfied with this momentary glimpse. Не отвлекайтесь на вот эти вот секундные проблески. You have free time. Если у вас есть свободное время. You know you can do this now consciously. То есть когда вы знаете, что сейчас вы можете заняться этим осознанно, and так сказать. And remaining like that in your natural state is what's going to destroy the rest of the mind that may be standing. И то, что вы будете оставаться вот в этом состоянии, это то, что будет разрушать окончательно ум. Ideas, concepts, and все представления, концепции, убеждения. And eventually you will manage to be conscious of being. В конечном итоге у вас будет получаться оставаться в осознающем бытии, где угодно, anytime, в любое время, under any circumstances, в любых обстоятельствах, including your dreams, including deep sleep, включая сны и глубокий сон, right? While talking. Включая время, когда вы разговариваете, даже думаете, it's like you are thinking, будет так, что вы как бы думаете, and yet you are conscious of the source of the mind, и в то же время вы осознаете источник ума, as yourself, как ваше собственное я. Interesting, yes. Second question from him.